Из-за установившейся в Подмосковье холодной погоды отопительный сезон 2019-2020 годов по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева стартует раньше обычного. Согласно постановлению главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, коммунальные службы начнут подавать тепло уже 23 сентября. Какие объекты будут обеспечены первыми, рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Каратаев. Сегодня начинается подача тепла в дома. В первую очередь мы будем подавать тепло на социальные объекты. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы. А далее оно будет уже распределяться по многоквартирным домам. Сегодня уже в части школ и детских садов есть тепло. Каждый час это количество увеличивается тех садов и заведений, которые получили тепло от наших котельных. Котельные сейчас выходят на рабочий режим. Так как эта система очень большая, и там очень большие объемы и теплоносителей, и оборудования, то все происходит, запуск параллельно. До конца недели мы надеемся, что все объекты будут обеспечены теплом в полном объеме. Большинство объектов подключено к котельным теплосети. Соответственно, в диспетчерской, Одинцовской теплосети все эти данные есть. А также все управляющие компании обладают информацией о подаче тепла на их объекты. Соответственно, диспетчерская управляющая компания также может дать ответ на вопрос с подачей тепла в конкретный дом.